Оздоровление Волги. Так называется федеральная программа, входящая в состав национального проекта «Экология». Всего на реализацию программы в Ульяновской области будет выделено 5,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Будут реконструированы действующие и построены новые очистные сооружения в Ульяновске, Димитровграде и Новоульяновске. В Новоульяновске к реконструкции, или правильнее сказать, строительству станции планируют приступить уже в сентябре. Дата строительства и возведения данных сооружений с 1968 года. В 1975 году прошла реконструкция частично, и больше этого у нас ни капитальных ремонтов, ни реконструкции никаких не производилось. То есть в свое время здесь была и станция биологической очистки, станция механической очистки. То есть на данный момент это все уже ничего не работает, пришло в негодность. Система очистных сооружений в городе разделена на две части. Нижние сооружения собирают нечистоты с населения, а стоки с промышленных предприятий поступают на верхние очистные сооружения. Работает как бы первичное приемное устройство и производится механическая очистка с трех предприятий в настоящее время. Это «Глобус», это «Технониколь» завод и почтовый ящик поселения. Ну, колония поселения у нас здесь есть. Механическая очистка заключается в том, что поступившие отходы просто отстаиваются в бассейнах. Отстоявшаяся вода сбрасывается в Волгу. Естественно, такой очистки не хватает. И на экологии это отражается не самым лучшим образом. За полтора года планируется построить новую лабораторию, где вода будет проходить все этапы очистки, а уж потом только отправляться в Волгу. Старое же обветшалое здание ждет снос. Егор Титов, Александр Кудряшов, Новости Управды ТВ.